Киев развернул международную кампанию лжи. Такое заявление сделал МИД Венгрии, призвав украинские власти пересмотреть закон об образовании. По словам венгерских дипломатов, Украина, которая стремится в ЕС, серьезно нарушила права национальных меньшинств. При этом соблюдение этих норм строго требует Евросоюз. Киев, как было сказано, от диалога с представителями закарпатских венгров отказался в ходе принятия скандального закона. Он, напомню, предполагает постепенный переход образовательной системы страны на украинский язык. А с 1 сентября 2020 года обучение должно стать полностью украиноязычным.